Тихонова и Топовой. Что вы соблюдали ПДД, правила дорожного движения? Вот мы сейчас будем раздавать вот такие письма. Угу. А что в этих письмах написано? Чтобы они соблюдали ПДД, ну, чтобы они уважали людей, останавливались на пешеходы, когда люди проезжают, проходят, вот. А вы сами соблюдаете правила дорожного движения? Да. А на какой цвет нужно переходить дорогу? На зеленый. Все эти правила я знаю, так как наша школа находится в таком месте, где каждый день проходит более 1000 машин. И если бы эти правила не существовали, то на дорогах даже невозможно было бы пройти через какой-нибудь перекресток. Вообще, конечно, в целом просто хочется поддержать это хорошее. Но есть еще и такая личная причина. У нас мой друг попал, стал жертвой ДТП. И это такое личное, можно сказать. Лицом можете? А вы учите своих детей правила, соблюдать правила дорожного движения? Да, постоянно смотрим, следим, чтобы они смотрели по сторонам перед перекрестком, смотрели на светофор, пристегиваем. Мы обязательно используем кресло в машине, то есть все... Рюкзак у нас светоотражающий, школьный рюкзак у нас светоотражающий, обувь со светоотражающими элементами, вот у дочки, которая в школу ходит. Ну вот минимум, но какие-то вот меры безопасности стараемся предпринимать. Конечно, правила дорожного движения. Поддержать дорогу противоположного движения. Ваш ход, когда человек соблюдает правила дорожного движения. Молодец. А ты сам соблюдаешь правила дорожного? Да. А скажи, пожалуйста, как правильно дорогу переходить? Надо надевать значки, которые видят машины. Угу. А как эти значки называются? Света? Светоотражение. Вы водитель? Да. А кто чаще нарушает правила, по вашему мнению, водитель или пешеход? Да все нарушают. И пешеходы ходят по дороге не на отведенных местах, и водители ездят не по правилам, и пешеходов иногда не пропускают. В общем, бардак полный. А вы сами соблюдаете правила? Стараюсь. Дети письма счастья написали. Дайте письмо. Это вам? Соблюдайте ПДД, да? Тем более у вас дети в салоне. Да. Сейчас в городе много аварий. Сейчас в городе много аварий. Едьте только на зеленый. Останавливайтесь на красный, пропускайте сюда пешеход. Спасибо. Так. А вы соблюдаете правила дорожного движения? Соблюдаем. Строго соблюдаем. Можно читать, да? Да. Прямо сейчас? Да, можете прямо сейчас прочитать, пожалуйста, письмо. Здравствуйте, уважаемый водитель. Меня зовут Элиза, да? Элида? Да. Я из 12-го гимназии. Я прошу, чтобы вы увидели мне, как уделите свое время. Сейчас некоторым водителям не особо следует правила дорожного движения. И за что этого произойдет случай ДТП. Я бы хотел попросить вас, чтобы мне сошли за руль не в трезвом состоянии, не отвечается за дорогу и следит за светофором пешеходом. Возможно, именно вы спасите жизнь какого-нибудь человека. Соблюдайте правила дорожного движения. Уважайте правила дорожного движения и своего работы. Ведь от этого и правда может зависеть жизнь человека. Соблюдайте. Правильно, спасибо. Спасибо.